Добрый день. С вами Дмитрий Милованов, и сегодня я хочу показать вам, как на подготовительном рисунке польского джазового музыканта Михаила Урбаняка можно сделать совершенно другую графику, пользуясь Corel Painter 2022. Параметры моего хардвера и картинки вы видели. Ну и вот теперь приступим к работе. Этот рисунок я хочу сделать акварельного типа. Поэтому выбран такой ясно-песочный фон. Подбираю кисть акварельную, такую полупрозрачную, не слишком сильного типа, и начинаем прорабатывать цвета. Вот подобного типа графику рисунок можно использовать для подготовки рисунка для YouTube-канала, для Facebook'а. Ну, это будет всегда более оригинально, больше привлекать внимание, чем обычная фотография. Я решил показать вам, как можно достаточно простыми средствами при помощи Painter 2022 приготовить такой рисунок. Ну и вот мы прорабатываем цвета теплым и розовым цветом. Я выбираю кисть более живописную, более такую, дающую эффект разбитых краев, рваных и ровных для усиления эффекта акварельности, живописности. Но при этом черный подмалевок он держит там форму, держит показываю персонажа достаточно четко, то есть можно себе позволить такие быстрые движения, прорабатывать цвет и тень. Ну и вот теперь берем тень, второй цвет, так, синий-зеленый. Прорабатывать тень. Песочный фон выбран для того, чтобы можно было использовать белый цвет как цвет. То есть потом вы увидите, что я использую белую краску для усиления цветотени. Будет более живописный, более яркий. Ну и вот едем по всем, может быть, не по всем, но по таким поважным местам делаем светотень, то есть добавляем трехмерность. Ну вот эта кисть позволяет добиваться довольно реального акварельного эффекта, очень живописный, дает эффекты простой способ.
насколько важно пользоваться планшетом с ножом, который считывает нажим пера, чтобы можно было реально использовать возможности программы. То есть получать в простой способ. Темное, ясное. Не так, как кисть. Работы настоящие, реальные. Так и здесь. То есть, нажал сильнее, получает более темный цвет. Теперь я хочу использовать, как раз, цвет фона, чтобы проработать самые-самые яркие места белым цветом. То есть фон можно, конечно, сделать не такой ровный, как у меня, но в данном случае, мне кажется, для демонстрации возможностей программы как раз хорошо. Возможно выбрать такой однотонный программ. Ну и вот я взял гуашь, то есть тип краски кисти, который дает нам полностью отпечатку акварели бы такой белый цвет. Не удалось бы сделать. Ну и вот, и делаем такие удары там, в местах, которые хотелось бы подчеркнуть, то есть рисунок становится более живым, более трехмерным. Можно при этом посматривать на источник, на фотографии, или если у вас есть натурщик, то натурщика. Но в наши времена обычно пользуются все референсами фотографическими. Проще работать с фотографией. Ну тут понятно очень, без фотографии, где такие места могут у нас светиться. Надо проработать, ну и видно, что рисунок стал гораздо более трехмерным, более живой. Хотя у нас, как видим, всего четыре пигмента используем в работе. Ну, когда ты живописцы не имели такого огромного количества пигментов, как сейчас, когда их так десятки можно выбрать. Из огромного количества пигментов. И поиск еще такой эффектный кисти. Ставим эффект. О, и вот кисть. Позволяем добиться таких цветовых интересных. Много добавил розового, чтобы выбрать свет из того же пигмента, что использовал у нас в цветах. И можно выбрать еще более нажми добавить эффект. Ну и вот результат меня устраивает, и теперь я хочу сделать текст, надпись, то есть представить персону, которая находится.
находится на рисунке, но это часто очень важно для Facebook или YouTube, для своих каналов. Обозначим персонаж. Ну и опять-таки останавливаюсь на белом цвете, только фонд нужен пожирнее, потолще. Ну и вот нужно его увеличить. Мелковато. Зажать нужно shift. Ну вот он покажет, что вполне себе сидит. Текст хорошо видит. Ну и вместе с тем достаточно деликатно выглядит. Убивает рисунок. Графика и текст вполне себе существует неплохо. Ну, теперь напишем имя Михал. Противовес четким шрифту. Фамилия. Ну, вот Дрейк Кэмел. Кисть нам вполне годится для этого типа леттеринга. Специально такой, максимально корявый тип кисти. Ну, электрик тоже. Подчеркивающий артистичность персонажа. Завершено. Я приложу файл в комментариях. Желающие смогут его стянуть.